этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну, чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Его надо найти и забрать информацию. У живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Ну, удачной охоты, сталкер. Подходи, пообщаемся. Жрать как хочется. А ну теперь я расскажу. Головки дешевые, не быстрые. От клиентов. Просто прихватили новичка сталкера. Ну и давай парить. С какой целью вы пытались в нетрезвом виде проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А тот похмельный, голова как бочка, короче, ну, задолбало все. Отвечает. Пьяный, да. Ну, пьяный. Да если б я трезвый был, я б за 5 километров вас, уроды, обошел бы. А поновее ничего нету?
Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. А все-таки накоплю я на свой дом. А вот что я однажды слышал. Встречаются двое сталкеров. Ну и один говорит. На днях к долгу заходил на огонек. Ну и остался должен. А потом зашел свободен. Свободен? Так не смешно же. Самый хорошего сейчас. С черным хлебушком, свежим, да с чесночком. Брат, возьми с трупа аптечку, я не доползу. Помоги, брат, возьми с трупа аптечку, не могу дотянуться. Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию.
Тебе! Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя.
Thank you.
Оружие убрал. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности.
анализ верное средство. И поскольку внутрица роста по математике так и не дана, то вы будете отчислены и пойдете слушать. И никаких монстров. Ну, кроме разве что радиации. Я тут уже фиг знает сколько, сижу и хоть пыхну. А второй ему в ответ. Точно, точно. Врут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать не вовремя стало. Врачу, что ли, показаться. Блин. Так не смешно же. Хабар принес. Thank you.
Неплохо. Молодец. Я доволен. Ну, удачной охоты, сталкер. Перехватили новичка сталкера. Ну и давай, парень. Какую целью вы пытались? Ну, где там? Кореш, помоги! Получи и распишись! Чего стоишь, чего сталкер? Сталкер? Хочешь пройти? Иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему.
мастер. Душевно. Ах, вот если б всегда такая пруха была. Это если прикинуть... Так, ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. А вот так...
Вот такое знает кто? Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повелялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: «Водички, попей!» А если не дашь хлебнуть из фляжки или наружу полезешь, пришибет. Раз один решил пошутить, вылез тихо из палатки. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную. Как дела, сталкер? Неплохо. Вот так бы всегда. Меченый, я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счету, нужно искать своего стрелка. Так ведь? В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер.
Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там нетронутые. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь, а заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? По рукам? Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «Сторинген». Координаты я тебе скину. Все ясно? Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к «Агропрому». И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Нафига ты эту дрянь тягаешь? Ну, удачной охоты, сталкер.
Одолели тварей. Thank you.
Все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки.
Оружие убрал.
Не мандражой, пацаны! Обходим! Оружие убрал. Убери оружие. Хабар принес.
Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен. Ну, удачной охоты, сталкер. Thank you.
Thank you.